Ну что, ребят, всем салам, с вами снова я. Сегодня у нас будет обзор на вот такую Ладу Гранду. Да, Ладу Гранда. Ой, куда меня докатила эта игра? Короче, поговорим про именно про характеристики игры, про вообще все, что есть именно на игре, и вообще как я докатился до такого, что я купил вот это. Во-первых, Лада Гранд. Покупал я ее за 550 тысяч на рынке. Она была единственная и последняя там, поэтому, ну, с кайфом. Полностью на виниле сделал я его сам, так что если вам нравится, то, не знаю, лайк там, не знаю. Стоимость я вам сказал. Так, скорость 260 км в час. Ну, тут показывает неправильно, но так-то она 260-270 едет. Пробег у меня 2,5, так что довольно-таки много. Поговорить о том, что сама тачка... А, это ведь не просто. Сливать ее в 455 тысяч. И также это Лада Гранта Спорт. На минуточку, это спорт. И я вообще не знаю, как я так смог вообще сделать так, чтобы купить то, что я не любил никогда. И мне вот в раз захотелось, и я полюбил эту машину. Я не знаю почему, но почему-то так. Спорт внутри, мы видим, что все в красном. Тут даже вон Гранта Спорт. Везде это все красное. Кстати, тут работают вот эти вот измерители скорости. То есть тут все хорошо у нас работает. От первого лица покататься можно. И даже с кайфом. Поговорить о вообще о внутренности этой тачки можно. Но оно такое. То есть, ну, хромающее там чуть. Что-то минимум, плюс-минус. Но мне нравится. Не знаю как, но мне что-то нравится. Внутри аварийка посередине. Тут увеличители меньше, плюс-минус. Тут громкость. Подстаканники. Кстати, тут даже переключатель скоростей. Или этот, коробка передач сделана специально под спорт. Сзади тоже все в красном. Ух, этого красного цвета я вошалел. Покрашена у меня, кстати, она флаг России, да. Если смотреть вот так. Вот, точнее, вот так, да. Ну, здесь Сталин с... Ладно. Ладно. В принципе, говоря про тачку, нормальная. За свои деньги нормальная. Купил бы я что-нибудь другое, помимо Гранты. Да. Я бы купил Лупатова. О, мой выбор пал на Гранту. Почему, я не знаю. Честно, я не знаю. Но просто захотелось Гранту. Просто. Ну, кстати, перед. Чисто перед. Мне нравится. Давайте-ка просто тогда выйдем. Чё я вообще на этом... На полосе стою? Это моя заправка. Чё хочу, то и ворочу. Давайте откроем от первого лица. Выйдем. Посмотрим, что вообще тут представляет. Перед чисто по себе. Красивый, мне нравится. Кстати, заметьте, противотуманки есть, да. Сделано, в принципе, нормально. Взад. Вот, кстати, вот из-за зада мне он не понравился. Я и поэтому ее и купил. Но насколько же для меня он красив, и настолько же он мне отторгает. Вот я не знаю, я ненавижу это, то, что, не знаю, вот в ней такое, что мне нравится, но и мне не нравится, то есть, я не знаю, мне нравится, но и не нравится, я не понимаю, я сам себя не понимаю, шалеть. Ну, чисто по характеру, зад, датсун, перед тоже, но плюс-минус, перед, если вот так вот смотреть, то вообще красота. Мне нравится. Если уже назад переходить, то это тупо квадратик. Но мне нравится. Я не знаю почему, но мне нравится.
Ну и в принципе все, ребят. Всем до свидания, всем пока. Таков был мой обзор на Ладу Гранту Спорт. Всем удачи, всем пока.